товарищ Постников, у меня есть к вам предложение. Какое? Давайте с вами сыграем сценку. Какую сценку? Ну вот вы будете посетителем, а я официантом. Мы сценок не играем. С этим предложением обратитесь в Министерство культуры. Там вас поймут. Ну, я надеюсь, что меня поймут и в Министерстве торговли. Ну что ж, поскольку товарищ Постников не желает, может, я попробую вам помочь? Очень хорошо. Николай Иванович. Да. Значит так. Хорошо. Можно? Давайте. Товарищ официант. Да, слушаю вас. Значит так, принесите, пожалуйста, порцию салата. Порцию салата. Семга. Семга. Вот. Икра черная. Икра черная. Ой. Шашлык. Шашлык? Да. Карский. Это карский. О, карский. Это пломбир. Пломбир? Ну, одним словом, все меню. Все меню. Все так, меню. А что пить будете? Вино. Какое? Да любое. Да, две бутылки них. Момент. Вот. Это, вы слышите, это первое действие. А вот сейчас будет второе. Товарищ посетитель, можно? Давайте. Товарищ официант. Да, слушаю вас. Дайте мне стакан чаю и бутерброд с сыром. Чего? Стакан чай, бутерброд. Это что, все? Все. Ну, дома надо чай-то пить, а ну, не по ресторанам ходить. Безобразие, я буду жаловаться. Жалуйтесь, пожалуйста, куда угодно, кому угодно. Хоть самому себе, Николай Иванович. Ну что, неплохо сыграли? Красиво. Как в театре сатиры.